Здорово, мужики! Вот так вот у нас закончилась первая охота на гуся осенью 22 года в Республике Карелия. Первый семейный выезд с собаками. Охота с собакой. Вот такие вот трофеи она нам принесла. Прекрасные. 10 белолобов и гуменников. А что у нас получилось? Давайте смотреть прямо сейчас. Мужики, собака загнала гусей на озеро, на ламбушку. Держит их там. Стая голов 30-40, наверное. Сейчас пробую подходить. Не знаю, что получится. Но это просто жесть какая-то. Идем подранка смотреть. А тут гуси из болота вылезают, как грибы. Фух. Одни сидят. Еще одни прилетели. А вот где мой подранок из них? Хрен его знает. Наш, да не наш. А может и наш. А вот и наш. Молодец, норка. Молодец. Нора, взять. Нора, взять. Взять, взять. Ёб твою мать! Нора, фу! Нихера себе! Вот это подарок! Вот это подарок! Нора, 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 нора. Все, догнали. Чик-чик. К сожалению, из курицы, так как ты утку не нашел. Для гуся это кастрюлька слишком маленькая. Мы бы ели до завтра его. Курочке нужно совсем чуть-чуть. Когда мы к тете пойдем, там скажешь моей циферке? Поэтому я с ней везде хожу и вот так ее вперед просто. Вот эта девочка скажет. Тихо, Кал. Сейчас возьмем. Я не говорю, что все киргизы так говорят. Я
конкретный. Охота на гуся с собаками. Часть 2. Семейный выезд у нас. Ну и как обычно загонщик. Мужики в скоротках на позициях там все. Тяжеловато, я вам скажу. Ну, ради, подними гуся. Норка устала? Нор, устала? Что, давай еще рывок сделаем? Норка? Нор? Нора? Пошли, пойдем.
что, пока этот не заполним до конца, не уйдем. Осталось 3 гуся. Вот засранка взяла и сломала. Тебя зовет. Альма. Альма. Тебя зовет. Иди сюда. Ну, охота была нормальная. Так немножечко, чуть-чуть. Взяли гусей.